только последний вот работал полностью, поэтому ноги чуть-чуть устали, но сейчас 2 дня отдыхаем, поэтому будет все нормально. Ребята думают, что рад, что готовится сборок, сейчас начинается уже игра, это будет полегче. Я уже сыграл 3 игры, первую только 20 минут. Нормально было со Шандаумом сыграть, в центре защиты тоже нормально, и с Ангелом играть. Я еще не совсем доволен, как я играю, еще чуть, не знаю, такой неуверенный. Это все придет с играми, думаю, все будет нормально. Я буду одно тело с командой. Как я понял, будет еще одна товарища игра, во вторник сыграем. Надо отработать на 100% серьезно, потому что всегда хорошо начать с победы, конечно. Поэтому мы к этому стараемся.